В работу программы поддержки местных инициатив активно включается все больше муниципальных образований. Их лучшие инициативы получают поддержку и воплощаются в жизнь. Жители уже провели предварительные итоговые собрания, определились с первоочередной проблемой. В поддержку проектов проводятся культурно-массовые мероприятия. В 2023 году принимать участие в программе будут следующие ТОСы. ТОС «Дуслык» – установка противопожарных дверей в рамках антитеррористической защищенности. ТОСы «Уютный и удачный» – капитальный ремонт оконных блоков. ТОС «Дорога в будущее» – ремонт обеденного зала в столовой. ТОС «Радость» – капитальный ремонт мягкой кровли. ТОС «Здоровое поколение» – капитальный ремонт крыши. ТОС «Комфорт» – капитальный ремонт пищеблока школьной столовой. ТОС «Мирас» – капитальный ремонт оконных блоков и входных дверей. ТОС «Путь к успеху» – ремонт крыши зрительного зала. ТОС «Туристская тропа» – капитальный ремонт по замене деревянных оконных блоков. В конце декабря прошлого года в Салаватском центре туризма и краеведения инициативной группой было проведено собрание по вопросу выбора вида работ для участия в ППМИ-2023. Программа поддержки местных инициатив – это республиканская программа, которая решает многие социально значимые проблемы. Центр туризма и краеведения участвует в данной программе уже второй год. Благодаря инициативе жителей ТОС «Туристская тропа» в 2022 году в нашем городе Салават установлен первый веревочный парк. В этом году был выбран проект по замене оконных блоков в здании Центра туризма и краеведения. Мы считаем, что теплая атмосфера учебных кабинетов позволит сохранить здоровье детей и придаст более благоприятные условия для их обучения. Замена ветхих оконных блоков на современные пластиковые значительно снижает потерю тепла в помещениях, нормализует тепловой режим, а также улучшает микроклимат в здании, ведь здоровье и самочувствие детей напрямую складывается от созданных условий. Альбина Кашапова, Иван Татауров, телекомпания «Салават».